Это, по-моему, лягушечка, которую надо спасти. Чтобы ее спасти, надо ее поймать. Лягушечек ловить сложно, потому что они очень быстро бегают. А спасать вон ее надо из-за того белого пятнышка на лапке. Может, это не просто пятнышко. Это личинки мухи, которая жрет лягушек живьем. Сейчас я ее поймаю двумя руками, потом включу опять видео. Вот, поймала. В этом году я уже много видела таких лягушек. Одну я как-то поймала. Спросила у Гатилова, что это. И мне сказали, что это есть такая муха, которая откладывает на лягушек личинки, ну, яйца. Они превращаются в личинки. Личинки забираются в лягушку через ее нос и съедают ее заживо. Ну, опарыши. Вот. Пока мозг не съедят, лягушечка живая, а потом они съедают. Поэтому личинки эти я теперь лягушек специально ловлю и пытаюсь снять. Они на самом деле очень сложно снимаются вот, ногтем. Мерзко, конечно, и надо сейчас идти мыть руки. Вот, зато лягушечку мы почистили. Можешь идти. Потому что зачем нам, чтобы кто-то съел лягушечку? Фу, гадость. Вот. Засохнут на солнце тут. Сейчас пойду руки мыть. Ну вот, спасли. Многих я как бы просто поймать не смогла. То есть первую я вообще не поняла, что с ним. И со второй, третью... Как раз почистила, а потом несколько видела, но не могла поймать. Вот такая вот мерзость. Так что я даже не знала, я в этом году впервые увидела такое на лягушках. Может, это просто год такой, богатый на этих мух. Потому что раньше не, ну, реально не встречались. Я вообще не помню, чтобы не попытались лягушки с такими инвазиями паразитов. Всяких видела, таких не видела. Вот.